расскажи что-нибудь, улыбнись. Вообще, на самом деле, очень... Мне отлично было, очень жарко, я очень сильно ударил, но проблема была, что люди говорили, что зал прочувствовал, точно так же. Да. Вот, и я очень доволен. Это самое главное. В целом, я тоже доволен выступлением, ну, по крайней мере, с нашей стороны. Ждем всех в Питере. Ждем всех в Питере 27 числа. Да. 27 числа в Питере. 27 числа в Питере, с Распири, нас все Идлгир. И краба на просили. Не, краба. Да. Всем краб. Большим удовольствием из тура это было поспать в автобусном дверном проеме, распластавшись полностью, потому что 24 часа подряд твое тело было сковано комбиками и чужими ногами, вот, и мотыляющимися носками. Я могу добавить то, что после этого тура горячая или вода холодная, или жесткий пол, или тип дивана. Все это перестало без значения. В общем, такой спартанский, да. Один раз мы спали на сцене после выступления. Да. Вот, это был тоже один из лучших снов в туре. Обряд крещения в ЦСБР. Нравится клуб. Люди очень френдли. Да, кстати, почему? Что за дескор налет у имени ЦСБР? Крэп? Почему крэп? Это у Коли спросить надо. У него интервью возьмем. Да, вместе пошли. Пошли. В общем, все интервью обернулось таким экспромтом, что мы решили взять интервью у тебя на самом деле. Да, потому что СБР. Откуда этот дедом пошел? Дедкор налет со словом краб. Есть такой жест, называется Doomclaw. Вот, это когда играют мощные рифы, например, типа вот у вас идут Power Riff, да? И вместо того, чтобы показывать козу, как говна, ты можешь вот такое движение. Doomclaw называется. Doomclaw, он похож на краба, как первый, да? Как Doomclaw. А еще может... Вот, наше фирменное рукопожатие. Вот, и указательный палец. Вот, это... Вот, ну, тут, типа, я тебе доверяю, ты не доверяешь, если что там, я там в этот лес. Вот поэтому... Поэтому краб. Краб стом бадракинг. Краб говно, но как бы вонзает рук. Вот поэтому Марвел в этой. Из рука кидал. И вообще, ходите на концерты, слушайте хорошую музыку и не очень хорошую. Покупайте обязательно мерч команд. Поддерживайте их, и девушек тоже водите на концерт. Спасибо большое. Спасибо, Николай, за интервью. На этом можем, я думаю, закончить наше интервью.